Вот здесь представлена установка наша, это 3D принтер, при помощи которой мы строим чудные дома, легко возводимые, энергосберегающие, не сильно труднозатратные. В принципе, любой человек может простигнуть эту профессию и построить себе дом самостоятельно за короткие сроки. Вот. Для того, чтобы работать на этом принтере, достаточно одного человека и несколько часов, и у нас построен дом. Сейчас мы продемонстрируем, как этот принтер работает, строит. Вот. Вы прекрасно видите комфортное рабочее место оператора, который контролирует процесс печати и задает задачи. Все строится согласно проекту, проектной документации, со всеми нормами и правилами строительного дела. Сейчас данная установка откалибруется, и мы запустим процесс печати. Подготовка не занимает много времени. В принципе, все в цифровом режиме, все запрограммировано. Еще одно немаловажное преимущество данного строительства, что строительство можно проводить любое время суток, удобное и комфортное для инженера, специалиста. Почему? Потому что принтер, в принципе, не издает особых звуков, мешающих людям спать. Можно строить в комфортное время, тогда, когда нет ни жары, ни солнца, строить даже ночью. Строить можно круглосуточно. Данная установка может печатать как жилой дом, как подвальное помещение, так же и бассейны. То есть все зависит от тех задач, которые мы перед ним ставим. Вот все, что касается круглой вот такой купольной формы, он может осуществить как сферическое, как цилиндрованное строение построить. Было бы правильнее сказать напечатать. Как доставляется это устройство? Да мы приезжаем на строительную площадку на «Газели», привозим эту установку и, в принципе, комплектующие. Никаких проблем, доставка. Небольшая машина способна перевести небольшой груз. Эта установка вся собранная из алюминия, оцинкованного железа. Перед началом работы и, в принципе, в процессе строительства бетонную смесь нужно постоянно орошать. Бетон, в принципе, любит, когда его увлажняют, он напитывается и становится более прочным. Сейчас подготовительный момент, мы начнем печатать. Здесь просто как начинаешь печатать, уже остановок не делаешь потом, на 4 часа бах, и все. Вот сейчас печатать будет, вот прям в данный момент. Поехали разгоняться. Давай. Все, пошел на максимум.